Всем привет! Хочу вам показать, что я получила с Алиэкспресса из разряда тематики, что только можно там найти. Или чего только нельзя там найти, да? Ну, можно найти, наверное, практически все. Так. Это вы вообще удивитесь, зачем мне это надо было. У нас было в городе мероприятие, костюмированное шоу для собак и их владельцев. Я хотела создать образ таких неких металлистов, рокеров, может быть, даже панк-рокеров. Такая цепочка должна была висеть у меня на джинсах. Вот такая цепь, она, кстати, очень цивильная. Она тяжелая, реально тяжелая. Она блестит. Она прям такая, ну... Видно, что новая, не потрепанная жизнью, прикольная цепочка. Вот, я думаю, что Сафту бы рокером подошло бы быть. Я ему придумала сделать еще такой с помощью геля хайр на голове. Вот, я должна была быть в косухе, в джинсах и там в соответствующей футболке, там с рок-мотивом. Вот, и напульсники хотела. Напульсники должны были быть на лапах у собаки, а у меня вот такая цепь. То есть вот она пристегивается с одной стороны за джинсы и фиксируется с обратной стороны на такие вот карабинчики. Вот одна чуть-чуть поменьше, звенья поменьше. А, кстати, они все разные, да. Вот. Вот это как кобра идет. Это более крупные и помельче. Я теперь не знаю, что мне с этим делать. Возможно, мне придется даже пару раз для прикола это одеть. А может быть, я действительно в будущем создам такой вот костюм на двоих с собакой. Вот в городе в нашем я ничего на эту тему не нашла, поэтому я все заказала на Алиэкспрессе. И еще у меня скоро придет одна цепочка, но немножко другого плана.